Тем временем правозащитники при Каме продолжают работу по выявлению мест незаконной продажи спиртного. Совместно с общественной антинаркотической организацией «Антидилер» выявляются адреса магазинов, где нарушаются правила продажи спиртных напитков. В краевой столице общественники нашли две точки, где реализовывали алкогольную продукцию после временного ограничения, а именно после 23 часов. Причем крепким алкоголем торговали из-под полы. А также в ходе досмотра торговой точки три бутылки изъяли из кабинета директора. Кроме этого, менее чем в 50 метрах от магазина находится образовательное учреждение, на территории которого, судя по пустым бутылкам и мусору, и отдыхают посетители магазина. Продавцу сейчас грозит уголовная ответственность. Минувшей ночью проводили рейд в Матвеевихинском районе совместно с сотрудниками полиции. В микрорайоне Курья в данном продуктовом магазине велась незаконная продажа после 23.00. Рядом с данным магазином находится учебное заведение школы. Она находится меньше 100 метров от данного продуктового магазина, где ведется продажа алкогольной продукции. На территории школы имеется доступ 24 часа в сутки. И распиваются спиртные напитки прямо на территории. В данном продуктовом магазине ведется продажа крепкого алкогольного продукции без лицензии. На улице Ушинского города Перми в продуктовом магазине также продали спиртное после 11 вечера. Общественники уже не первый раз закупились в этом магазине, поэтому владельцу и этой торговой точки не избежать уголовной ответственности, сообщает куратор движения «Антидилер» в Пермском крае.